Караколе есть магазин «Атлантис» рыбный, и вот магазин «Океан». Здесь я первый раз. Зайдем, посмотрим форель. Вот такое местечко, первый раз. Я здесь «Мира Бьюти» салон красоты сдаю в аренду. В старом доме находится. Так, напротив, что у нас? Магазин «Мама и малыш». Так, ну вот первый раз я. Посмотрим. Так, рыбка. Горбуша, кита. Взяли форель, две большие рыбины. Так, я предлагала взять китапицу 40 килограмм, горбушу 400 сумок килограмм, а форель 900, по-моему, что ценника нет. Ну, мы большие берега, мы самые крупные побрали. Вот такой выбор магазинчики. Приехали в «Мир кафеля», бытовая техника кафель, мир дверей, люстры, обои, стиль. Смотрим теплый пол, пластик и кафель для санузла на Хипахае. Ну вот моя доченька, тут ее все во всех магазинах уже знают, так как она проект ведет этот, и дачу ремонтировала. Как свою везде принимают уже. Женщина у нас деловая. Так, ну вот с этого ракурса я не показывала ни разу. Вот такой мегаком. Большой комплекс. Делают аллеечки, работают на цветничку. Вот это детская площадка. Напротив глобус. Я иду в глобус. А здесь у нас цветник, только рог. Красивые ели высажены. Кипарис, кипарисы. Или как это, туя называется, да, пирамидальная туя. Магазин Рейна. Корейская косметика, оптика, салон. Поворачиваем. Так. Мне надо денежку поменять. И детишкам радости сколько, удовольствия. Незатейливый такой надувной комплекс, а деткам радости сколько. Динозаврик. Мы сидим с доченькой на перекусе. Вот такие огромные самсы, приправка, чаёк. Это заведение только самсу готовит. Три закладки у них в течение дня по 500 штук. Пять закладок по 100 самс готовит сразу. И это уходит в течение дня. Ну, в общем-то, очень вкусные. А сколько это стоит, Настя? 90 самов самса стоит. Доллар. Доллар. Вместе с чаем или без? Ну, примерно 100 сумок, да, входит? 120 сумок. Такой вот. Вот женщине, вот этой самсой, накушается запросто. Надкусываем. Берем ложечку, берем приправку, туда вовнутрь. Так, мы в мебельном павильоне смотрим, хотим посмотреть сундуки для юрт. Большой мы уже купили, я видео показывала, можно посмотреть. Вот таких два маленьких здесь есть. Ну, они вообще не маленькие, конечно. Аларча,
Торговый центр по строительным материалам тоже весьма популярный у нас магазин. Мы его часто посещаем. Именно здесь мы взяли пластиковые панели для отделки санузлов в кемпинге Хипаха. И вот напротив вы видите, спортивный комплекс новый построили. То есть довольно быстро, в прошлом году он был только на стадии скелета, так сказать. Вот я решила пройти до спортивного комплекса, пока дочка там выбирает принадлежности к строительству. Вот видите, еще территория, конечно, запущена, в смысле, уже комплекс работает, а территорию в порядок не привели. Вообще-то все это надо делать параллельно, сдавать объекты, облагораживать территорию. Это все это, конечно, внешний вид очень портит общее впечатление. Ну и дороги здесь очень пыльные, машина так загрязняется. А вообще место очень хорошее, в плане магазина нам эти нравятся. Вот он какой красавец, основной корпус, думаешь, там много тренажеров. И, в общем-то, здесь у самой двери, конечно, территорию более-менее привели в порядок. Здесь и скамеечки посидеть, и клумбочки довольно симпатичные, разбитые, и контейнер для сборки мусора. И, в общем, видно, что сделано все аккуратненько, с любовью. Вот у меня здесь потерян звук на видео, я озвучиваю дома, и, к сожалению, я не вижу, что вот написано на двери. Я помню, что здесь детский корпус, то есть для детей типа физиотерапия, лечебные группы, плюс занятия с детьми. То есть это вот чисто детская сторона вот у этого комплекса. Дверь ведет в детское отделение, написано «Вытирайте ноги», из того, что я успела прочитать на двери. И здесь уже занятия фитнес-групп, то есть вот этот длинный павильончик, он как бы не активное спортивное мероприятие, а именно вот для платные группы какие-то. Вот, а думаю, что большой корпус там уже, наверное, с большими тренажерами. Думаю, что там что-то более солидное. Ну, не знаю, не была бы. Так, ну и помимо имеющегося банного комплекса с хорошей баней, с комнатой отдыха, джакузи, вот есть еще вот строится такое. Здесь у нас находится душ, теплый пол будет, то есть зимний вариант, домик утеплен. Душ, туалет и стиральная машина в каждом из этих отделений. Ну, работа еще не закончена, но можете посмотреть. Все это будет благоустроено, тепло здесь, с теплым полом. Можно и ставить полотенцесушитель, который будет обогревать слегка, если это будет холодное время года. Такая просторная кабина, очень просторная. Стиралка спокойно становится, можно свое белье постирать тут же.